Буэнос диас, мис керидос амигос. Ядерный рассветный заряд ваш экрана. Это значит, что мы идем жечь зурков. Держим оборону. Так. Метода медленная, зато верниковая. Долго я, конечно, так буду ебаться, но тем не менее. Я чуть не допустил величайшую ошибку в жизни, забежав в то место. Ой, бля. Ага, здесь можно кругами гонять, кстати. Сыбаса. А вот это уже проблема. Засветил. Падла такая. Эффективность меньше, но зато перегрев тоже меньше. Блять, это было рисково. Ладно. Мутанты. Так, теперь давай думать, ага, вон дверь.
Так, здесь хотя бы потише. Хорошо, что эта херобурина работает как дробовик. Твою... Это еще что такое? Хорошо засвечивает. Так, у меня сейчас будет еще волнишка. Вот же пидорная система. Несло. Кокона лучше обходить. Как говорится... Нахуй, нахуй. Здесь котряска. Так. Налево, направо, направо, налево. Налево тупик. Так, сохран. Ох, сейчас будет мясо. Наверное. Или нет? Безопасно страуку или что? Вспышка. Ой. Уже не пищит группа товарищей. Так, сиськотряска опять. А, это типа мне дается время, чтобы я успел среагировать походу. Опа. Опа. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, сосите хуй.
Ты чё, битва с боссом? Только не говорите мне, что это босс-файт. Теперь опять съебистан у нас. Самое главное, чтобы они не успели на меня наскочить, иначе будет жопища. Ах ты ж ёбана. Саныч, самое главное, не отпускай шифт, ёпоу-маму. Хуяка там. Наебали, наебали. Пиздец, я опять без оружия, ну ёбано. Туда. Кто мог подумать, коты это жидкость. Робовейник. Это как человейник, только робовейник. Хуя струя. Ученый загрузил свое сознание в... робота. Надо что-то спиздить. Или уронить. Хулиган. Это ж пустое. Да хуй.
Долго я еще буду ковры, блядь. Надо устроить бардак. Так, значит, опять вниз он наконец. Годзирра, он проснулся. Значит, просто лезем наверх. Сука, круг навернул. Да, лучше вернемся вниз. Интересно же все-таки, что там происходило у этого в говне моченого в голове. Так, этот ни хрена.
Так, ладно, пиздуем далее. Надо тут немножко похулиганить, наверное, а? Я чё-то даже подзаткнулся. Что-то я запрыгался. Так, ну больше меня расспрашивать на данном этапе некого, поэтому давайте-ка сделаем перерывчик. Спасибо всем, кто присутствовал с вас, как всегда. Луис, пиписька и до скорого. Адьос, братва.